В данном видео я расскажу про минимальную палитру для тех, кто только-только собирается купить маркеры. Ваша палитра будет вообще зависеть от двух факторов. Первое – это тема, которую вы хотите рисовать в дальнейшем. Ну, даже не какую-то определенную, а к чему вы больше склоняетесь. Но это, конечно, очень трудно понять на первых порах. Вроде сперва вам хочется рисовать все и сразу. Вот. А второй фактор – это от вашего стиля, который тоже еще по сути, не сформирован и будет понятен там в дальнейшем. Но все же эти два фактора влияют на палитру. Каким образом? На ее количество, на количество маркеров и на склонность к тем или иным оттенкам. Перед вами палитру, которую я собрала для новичков. Она собрана на основе моей основной палитры маркеров. У меня уже очень много. И я сделала такую небольшую статистику, какими же цветами я пользуюсь чаще всего. И какие даже не какие цветами я пользуюсь чаще всего, а какие цвета чаще всего встречаются в нашей повседневной жизни и чаще всего используются. Расскажу немножко о своих направлениях, что же я рисую. В основном я рисую более природные материалы, там food sketching, птиц, животных, пейзажи. То есть я не рисую интерьеры, не рисую фэшн. У них немножко более яркие оттенки имеются в палитре. У меня более природные, более приглушенные оттенки, живые, так сказать. Вот. Но вот этой палитры в целом нарисовать можно очень много всего. Единственное, здесь еще, если вы хотите рисовать портреты, то вам понадобится больше вот таких оттенков. Так вот, у нас в данной палитре присутствует столбик основных таких цветов и столбик уже второстепенных цветов, которые стоит докупить уже после того, как у вас появятся вот эти цвета. И столбик серых оттенков. Холодные серые и теплые серые. Красные довольно-таки богатые по своим оттенкам цвет. Вот. Я указала, по сути, вот в основной только один. Им вы сможете нарисовать все, что угодно, но возвращаясь к тому, к вашему стилю, да, какой он будет. Если вы больше в реализм хотите удариться, то вам необходимо все-таки расширять свою палитру оттенками, да. Если перед вами, допустим, вы рисуете фрукты или там ягоды, то одним красным вы не сможете нарисовать все ягоды, и вишню, и там малину, и землянику. Они у вас на одном листе, ну, получится, что они сольются в одно все, да. Для этих всех ягод необходимо там брать какие-то там для вишни, добавить там да, в тот же, там, не знаю, красный, да, более такой холодный оттенок. Там для малины можно добавить другой оттенок, вот. И за счет этого вы как раз и создаете реализм. Если у вас такой больше стиль будет, возможно, там основанный на графике, и вы добавляете совсем немного оттенков, то, соответственно, и маркеров вам необходимо будет меньше. По направлениям сейчас пройдемся тогда. Если мы вот, дальше говорим про food sketching, то вам необходимо также докупать красные оттенки, докупать оранжевые, они часто используются в выпечке, вот, докупать коричневые, потому что это и кофе, это и шоколад, это и там палочки корицы, и все это разных оттенков. Вот, в фудскетчинге вам пригодится много коричневых, по сути. Вот, если вы рисуете ботанические, больше хотите ботанические скетчи, то вам акцент нужно делать уже на фиолетовые, на красные также, вот, и на зеленые.
То есть вот эти оттенки все. Не пренебрегайте светлыми оттенками, потому что они используются для начала, собственно говоря, тонирования каких-то предметов. И в светлых предметах можно очень сильно перетемнить, если мы сразу начнем с темных оттенков. Нам всегда понадобится там подложечка под наши основные цвета, где будет там освещенный объект. Так, ботанический скетчинг — это также зеленые оттенки, да, у нас листва, она совершенно разных оттенков бывает. Бывает холодные, теплые, зеленые. Вот. Если мы рисуем портреты, соответственно, у нас появляются коричневые, светлые. Вот эти оттенки тоже хорошо подойдут. Да, какие-то такие светло-розовые тоже должны быть. Вот. Если мы рисуем интерьер или архитектуру, то это, конечно же, серые у нас появляются. И вот в интерьер нам понадобится там... Ну, для интерьера, я думаю, вот этого будет достаточно оттенков разных. Вот еще фиолетовые можно тоже взять. Потому что фиолетовый чаще встречается, чем фудскетчинг, допустим. В интерьере он почаще его будем рисовать. Также и синие. Вот. Синие нам пригодятся, если мы все же больше будем ориентироваться на пейзажи, ориентироваться на какие-то морские тематики. Вот. У меня их не так много. И вот, допустим, вот эти синие я использую для теней. Вот. Ну, вот эти светлые как раз идут на те пейзажи, которые я рисую. Но я рисую их не так часто, потому что это маркерами не так просто сделать, на мой взгляд. Вот. Данная палитра в целом находится в доступе. Можно спросить, где ее скачать. Она у меня находится на главной странице. Вот, там можно ее найти и скачать оттуда. Всем удачи в экспериментах. Пробуйте, рисуйте, и у вас, конечно же, появится у всех своя палитра собственная.